уже говорил вам, как сильно люблю музыку. Однажды меня даже пригласили на карнавал в Бразилию. Отправляйтесь вместе со мной туда, где я открою новые способы исполнения музыки. Поехали! Мы с моим другом Эйсом проехали весь путь от Африки до Рио в Бразилии, где наши пути разошлись. Помнишь, как во влажных лесах Амазонии Эйс испугался диких животных? Да, я был удивлен, увидев его в таком страхе. Но это уже совсем другая история. Три, два, один! Вперед! Железная дорога – полезная и веселая игра. Какую пользу это принесет? Потряс. Поздравляем! Все на посадку! Когда я прибыл в Порт-Рио, там играла праздничная музыка. Рауль сказал, что это батукада. Праздничная бразильская музыка. О, я обожаю батукаду. Бум-бум, ча-ча-ча. Бум-бум, ча-ча-ча. Я бы охотно остановился и послушал эту музыку. Но мне пришлось перевозить запчасти для машин и железные детали. Этот груз был такой шумный. Три, два, один, вперед! Чтобы начать гонку, выбери поезд. Нажмите на кнопку ускорения, чтобы рвануть вперед. Быстрее, чем со скоростью света! Тебе достался Рауль. Как раз вовремя.
На станции были люди, которые играли на музыкальных инструментах. Они опоздали на поезд. Ух ты! Настоящие исполнители батукады! Они спросили, не отвезу ли я их на карнавал. Конечно, я отвез их! По дороге музыканты стали играть в такт со звуками, которые издавал груз. То, что для Томаса было просто шумом, для них было музыкой. Обезьянка смеется. На самом деле это была куика, бразильский музыкальный инструмент. Приятно и весело было чувствовать себя полезным. Казалось, будто у меня есть свой собственный саундтрек. Чудесно! Музыканты и танцоры с карнавала. Поехали! По прибытии на станцию музыканты поблагодарили Томаса за то, что он прокатил их с ветерком. Они даже пригласили меня, чтобы подать знак к открытию карнавала. Я был так горд и взволнован. Три, два, один, вперед! Отличная работа! Потрясай! Поздравляем! Это Кассия! Как раз вовремя. Но прежде чем вернуться к своим новым друзьям, я должен был доставить свой груз. Мой груз вдруг совсем затих, и я забеспокоился. Как же я подам знак к началу карнавала без музыкального ритма? Вперед! Не опаздывай. Чудесно.
Это Густаво. Я вернулся на карнавал и в смущении признался, что не смогу присоединиться к музыкантам и издавать громкие звуки. Но руководитель ансамбля рассмеялся. Он лишь хотел, чтобы ты, Томас, своим свистком подал знак к открытию карнавала. Это тот самый громкий звук, который был нужен. Проложи участок пути или рисуй пальцем. Выглядит отлично. Три бразильских музыканта? Ты уже пробовал пускать паровозы по своей железной дороге? Они наверняка будут в восторге. Я понял, что музыку и ритм можно найти во многих вещах. Любой может наслаждаться музыкой, играя он на музыкальном инструменте, подтанцовывай или просто слушай ее. Чудесно! А, это попугай!